Привет! Привет и с возвращением на мой YouTube-канал. Очень рада вернуться к своему челленджу 333 ролика. Сегодня хотела бы затронуть и обсудить с вами один классный термин. Я назвала это девятое состояние. Знаете, как 9 жизней у котов. И, наверное, девятая жизнь, она какая-то самая особенная, самая важная, когда ты уже, наверное, все понял. Я для себя нашла, услышала и назвала это внутреннее мое девятое состояние. Это состояние бессмысленного, бесполезного существа. Состояние бесполезного существа. Я даже не могу объяснить. Сейчас даже чихну. Я даже не могу объяснить, почему у меня такая эйфория, когда я услышала, что «Боже, я такое еще не делала!» Состояние бесполезного существа. Если всмотреться в философию жизни, в жизненную философию, в тайны мироздания, ладно, да можно даже без тайн, если просто посмотреть на то, как устроен мир, из чего он состоит, что есть Бог, что есть материальный план, есть духовность, есть гордыня, убогость, есть вот эти все наши крайности и проявления, есть очень большое давление к достигаторству, есть очень большой у многих из нас, очень большая проблема с темой безопасности и что мы туда вкладываем, в эту тему безопасности, и как мы ищем эту безопасность, и как мы ее впихиваем в разные другие термины, в деньги, в партнеров, в еще куда-то там и так далее. И поскольку я сейчас тоже нахожусь в процессе, в трансформации, да, внутри трансформации, я, когда я услышала про вот это бесполезное создание, как это глубоко, мне это показалось просто невероятно глубоко, потому что мы же часто живем в уме, и ум — это такая самая громкая махина. Даже если в дизайне человека мы посмотрим на аджну и на вот эту вот чакру, да, и когда появилась у людей, когда у людей появился такой громкий разум. И если мы посмотрим на центр селезенки, интуиция, которая отвечает за выживание, если мы посмотрим на устройство мозга, да, где есть рептильный мозг, лимбическая система, неокортекс, мы поймем, что мы живем здесь в неокортексе и в лимбической системе. Наши эмоции, наши мысли, они самые громкие. Рептильный мозг, то есть это те самые глубокие мысли, это те самые инстинкты выживания и так далее, они самые-самые-самые тихие. И действительно, мы очень часто обесцениваем собственное тело за то, что оно нам служит каждый день. Мы обесцениваем свое сердце за то, что оно делает сжатие-разжатие, вдох-выдох. Мы обесцениваем свои ноги, что они нас ведут в туалет, когда нам нужно, а не куда-нибудь мимо двери, да. Мы обесцениваем свои руки за то, что вот мы можем провести просто по волосам, и для нас это ноль усилий, понимаете? Мы обесцениваем это все. Мы не умеем говорить себе спасибо за то, что просто мы живем, за то, что мы дышим. Мы подвластны очень сильно голосу, здесь голосу ума, который создает очень много хитросплетений там и так далее. И вот у меня на все это понимание, как, да, объясняю, почему у меня вызвало вот это состояние, побыть в состоянии бесполезного существа, почему у меня вызвало это огромную внутри, во-первых, огромный энтузиазм. Я такая, вау, это так классно, я хочу попробовать. Для меня это прозвучало как это состояние, в котором можно получить освобождение. Еще одно состояние, в котором ты можешь себе позволить и прожить освобождение. Освобождение от голоса ума, который нам твердит очень много. Освобождение от ожиданий. Освобождение от того, что окей, я могу нравиться тебе, могу не нравиться тебе, и это окей. Да, я даю всему этому место. Вы можете меня любить или не любить, и это нормально. Я побуду просто сегодня и завтра, я бесполезное создание.
Вот попробуйте, попробуйте сами просто посмотреть, что у вас внутри распаковывается, когда вы думаете побыть бесполезным созданием. Это как соединиться со своей убогостью, наверное, той самой, которая противоположность гордыне. Это соединиться со своим синдромом самозванца, да, для кого-то. Для кого-то побыть бесполезным созданием – это сказать себе: «Да, я самозванец». Это как пойти в свою правду. Для кого-то побыть в состоянии бесполезного создания – это перестать напрягать живот от того, что ты куда-то бежишь, от того, что ты что-то не успеешь. Да возьми и не успей. Да возьми и не успей. Все ок. Твое сердце также продолжает биться. Просто для меня это... Сейчас это невероятно, видите, меня даже пробирает, потому что для меня это невероятное, очень сильное расширение. Мурашки. Потому что я по дизайну человека генератор 1.3, мое имя Ольга, что тоже является как неким таким маркером напряжения. Мое предназначение по нумерологии – это единичка, цифра 1. Кто в курсе, и всем привет, кто в курсе, что такое 1, да, это маг. И это путь. И для меня тема безопасности, она фонит в каждой моей сфере жизни. Вот тема безопасности. Почему? Потому что я человек очень дотошный. То есть для первой линии самое главное, как будто бы, да, для первой линии самая главная слабость – это отсутствие знаний. Просто отсутствие знаний. Это и трансформация сильная, и какой-то опыт невероятный, но это отсутствие знаний, это потенциально очень... Это твое сужение. Если у тебя нет знания о чем-то, значит, ты очень узкий. Ты мыслишь очень узко и очень линейно и очень ограниченно. И тогда ты не можешь найти ответы на свои вопросы, которых у первой линии очень много. Это такой профессор внутри. Представьте, что профессор оказался в пустой библиотеке. И он такой... Все, он начинает проживать всякие внутри девиации. Ну ладно. Для меня этот челлендж, вот это состояние бесполезного создания, оно оказалось... Это не так просто. Если вы думаете, что это ха-ха, я такой... Нет, это не так просто. Это требует определенного даже контроля. Ты делаешь то, что ты делаешь. То есть, да, ты бесполезное создание, но ты в любой процесс входишь из состояния, что окей, я могу сделать это не идеально, потому что сегодня я бесполезное создание. Я могу это сделать, как делается. Иногда это про очень сильное расширение. Иногда это про какую-то импровизацию в моменте, когда в тебе столько легкости, и ты понимаешь, что да мне не надо никому ничего доказывать. Сегодня, вот конкретно сегодня, конкретно сейчас, мне не надо никому ничего доказывать. Мне не нужно ждать от кого-то похвалы. Мне не нужно сделать супер-сверхрезультат. Значит, что я могу сделать? Значит, я могу расслабиться. Да, вот так вот. Я могу расслабиться. И тогда я могу это сделать с наименьшими усилиями, а это значит, я сохраняю, приумножаю свой ресурс. А? А? Не ожидали? Потому что нет этой гонки. Нет гонки, нет беготни, как будто тебя подстрелили, и ты... Ну, это моя жизнь, да? Это моя жизнь. Моя жизнь, она полна напряжения. Я даю этому место. Для меня это корректно. У меня лунные узлы в 38-39. То есть мое окружение, мое кино жизни, мой супчик, в котором я варюсь, это супчик из борьбы и провокаций. Я уже, когда я только узнала про лунные узлы, я долго не могла себя разобусловить от них, да, и понять. Но это ладно, это для другого подкаста.
информация про бесполезное создание. Потрясающий, потрясающий эксперимент. Потрясающие наблюдения, хотя я понимаю, что я вот, я просто, я очень быстро загораюсь, да, если меня что-то прям зацепило, это какой-то отклик настолько сильный, что я уже не могу это остановить, да, то есть эмоциональная волна очень сильно меня тянет туда, пробовать, применять, практиковать и так далее. И поскольку сейчас я проживаю не самый простой этап в жизни, не самый простой с точки зрения каких-то шаблонов, да, у меня, возможно, разваливается личная жизнь. Я бы сказала, что она очень-очень сильно трансформируется. Я, похоже, теряю свой офлайн-бизнес. И я здесь тоже, наверное, он просто трансформируется. То есть прошлое я бы, наверное, сидела и просто постоянно... Ой, я кое-что вспомнила. Окей, ладно. Я бы сидела просто и постоянно в волнении, да. Я понимаю, что я сейчас это волнение проживаю совершенно по-другому. Я цепляюсь за жизнь. Я уже говорила в одном подкасте. В любой непонятной ситуации, когда вы не знаете ответ, вы не знаете, как правильно, идите, выбирайте жизнь. Выбирайте жизнь, а не мытарство, и не попробовать из себя выжать то, что ты сейчас, ну, не знаешь, не видишь как. Вот. Поэтому состояние челлендж, побыть бесполезным созданием, на самом деле не так страшен, как звучит. Звучит, согласитесь, звучит для многих, в смысле бесполезное создание, вы какой-то фигнёй там занимаетесь. Я вот вам показываю, что на самом деле внутри этого, поскольку у меня мотивация, нужда, четвертый цвет, я что-то попробовала, дальше вам передаю, да, за что купил, зато и передаю, чтобы тем, кому это может сейчас в жизни очень сильно помочь, вы можете просто попробовать, кто занимается самостоятельной работой с собой, кому-то это может очень сильно помочь. В общем, просто огонь. Мои пока наблюдения, инсайты максимально распаковывающие. Очень классно, рекомендую. И пишите в комментариях, пробовали ли вы что-то такое. Может быть, у вас есть еще какие-то фишки. Я бы с удовольствием попробовала и потом дала бы вам обратную связь. Как это, что я потестирую вашу гипотезу и просто расскажу класс или ну, что в ней действительно там есть интересного. И буду рада, если вы поделитесь своим экспериментом, если вы попробуете побыть бесполезным созданием хотя бы один день, хотя бы один час. И отследить, что у вас внутри меняется тогда, если вы вот погружаетесь в это состояние бесполезного создания, бесполезного существа. Буду рада, пишите. Увидимся, когда увидимся. Это канал Ольги Ситниковой, Тайный попутчик. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. И всем пока, всем хорошего дня.